Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня мы с вами полюбуемся вот этими красотками. Рыси – одно из самых прекрасных созданий на нашей планете. Посмотрите, какая красивая мордочка, вот антенки на ушах. Они просто делают слух рыси уникальным. Но не только слух, зрение у рыси тоже очень и очень острое. И не мудрено, друзья, когда Ян Гевелий в 1660 году открыл новое созвездие и внес его в небесный атлас, то он его назвал созвездие Рыси. Когда его спросили, почему вы выбрали такое название, он ответил, что ничего в этом нет, просто чтобы увидеть это созвездие, нужно очень и очень острое зрение. А так как у рыси именно такое зрение, то вот он и выбрал для нового созвездия такое название – созвездие Рыси. Так что природа одарила этого хищника очень уникальным, мощным слухом и таким же зрением. Неудивительно, что рысь – прекрасный охотник. И, кстати, свою жертву рысь практически никогда не мучает, сразу же убивает. Вот такое это интересное животное. Что ж, друзья, всем большой привет от рыси Тайгана.